Приветствую вас, мои друзья и гости канала. Давайте посмотрим с вами одну квартирку. У нас продается. Квартира у нас находится в хорошем таком месте. Да? Квартира находится у нас на Горького, 18. И эта квартира у нас 33 квадратных метра. Здесь у нас такая большая гостиная по сравнению с той квартирой, которую мы сейчас смотрели. Здесь у нас присутствует вид на море, ну, конечно, боковой, как у меня с Мелоди леса такой же вид. Ну и здесь, конечно же, у нас видно весь центр, видно жилой комплекс Парк Горького, видно у нас улицу Навагинская, 12, да. В общем, сами видите, вид довольно-таки, в принципе, неплохой. Ночью вид еще лучше. Здесь у нас квартира с ремонтом, здесь у нас стиральная машинка вынесена, продается с техникой, с мебелью. Как вы догадались, здесь эта квартира хорошо пользуется спросом под сдачу, сдачу именно в аренду посуточную. Как раз на таких квартирах у нас и зарабатывают деньги и зимой, и летом для посуточной сдачи, а не то, что вы себе выбираете за там 2 миллиона рублей, которые даром никому не нужна будет. Здесь, конечно, такие квартиры долгосрочно никто не сдает. Здесь всегда краткосрочно. Здесь, например, у этого человека, который снимает квартиру, да, вот именно видео, здесь у нас 4 квартиры. И 4 квартиры действительно приносят доход именно для посуточной сдачи. И пока появилась у нас возможность, давайте все-таки еще раз посмотрим. Эта квартира сейчас продается, и цена у нее 7 миллионов 600 тысяч. Это за 33 квадратных метра. Можно ипотеку, можно у нас материнский капитал, можно все, что вашей душе угодно. В эту квартиру можно заехать, соответственно, и жить. Если вы вдруг видите объявление, да, аналогичных квартир, да, в этом доме, и цена фигурирует 3 миллиона, то это просто тупой развод. Вас разводят, потому что я уже здесь сегодня смотрю уже пятую квартиру, и пока ничего дешевле, чем 200-212 тысяч рублей за квадратный метр, я здесь не видел. Это у нас жилой комплекс Крокус. В общем, ребят, если вдруг хочется в центре, если хочется сданное жилье, если хочется без лишних нервотрепок, если хочется вторичку, но чтобы дом был полноценным, чтобы дом полноценно жил, чтобы никто не сверлил, не штробил и так далее, то это у нас довольно-таки неплохой вариант. Точнее, даже не то, что неплохой, это хороший вариант. Здесь у нас ванная комната, в отличие от предыдущих квартир. В общем, все здесь хорошо сделано. Чувствуется, есть семейный уют. Ну и опять же, эту квартиру вы можете спокойно сдавать и зарабатывать на этом деньги. Все, ребят, идем с вами дальше. Пока.